Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю вторую серию моего нового сериала, который называется «Две сестры, две судьбы». А перед началом видео я хочу вас попросить подписаться на мой канал, поставить лайк и не забыть нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет следующая серия этого прекрасного сериала. И не забудьте подписаться на мой второй канал. Да-да, ребята, кто не знал, у меня есть второй канал, на котором я снимаю клипы, всякие летсплеи. Поэтому подпишитесь и поддержите мой канал, чтобы на нем было столько же подписчиков. Ссылка на него будет в описании под видео. Поэтому не забывайте подписываться и ставить лайки, тоже колокольчик и подписку. Ну что, поехали! Что? А, пока пройдешь через эту глушь, уже пройдет вечность. А, о, а вот и библиотека. Принцесса Луна, здравствуйте, вы что-то хотели? А, да, Искорка, я хотела бы... Так, стоп, если я скажу, что я хотела... Она может сразу догадаться, что я хочу сделать. Нет-нет-нет, есть кое-что другое. А я хотела тебе передать приглашение на бал. На бал, который устраивает принцесса Селестия? Да, прости, я тебе его забыла отослать. Поэтому я его тебе хотела лично доставить. Ой, как это неожиданно приятно, принцесса Селестия. Да-да, я твой личный посыльщик, посланщик. А, ну, я поняла. О, кстати, принцессе Селесте очень нужна твоя помощь, чтобы подготовиться к балу. Поэтому она попросила тебя пораньше приехать, а именно прямо сейчас. А, прямо сейчас? Да, бери кого тебе надо, там Спайк, не Спайк, там и... Уже лети в замок, потому что надо срочно готовиться, а то не успеете. Так, я никогда не успею. Ладно. Поэтому Спайк! Чего тебе, Искорка, надо от меня? Видишь, я отдыхаю. Быстрее собирайся, мы идем на бал, ну, точнее, подготавливаться к балу. Не будет там скучно, и что мне там делать? А, туда придет Радити. Я здесь. Я готов. И я готова. Ну что, принцесса Селестия, полетели? О, нет-нет-нет-нет. А вы что, забыли, что вообще-то я буду приглядывать за вашей библиотекой, чтобы ничего не случилось? Ну, я могу и других попросить. Нет-нет-нет, ты что? Я все равно на этот бал не очень хочу, поэтому давай я за ним приглажу. Давай. Конечно, если вы хотите, то всегда, пожалуйста, она в вашем распоряжении. Да, причем я хочу почитать несколько книжек. Давно хотела почитать, да, давно хотела почитать, поэтому, думаю, мне лучше посидеть в библиотеке. Конечно, пользуйтесь всем. Так, Спайк, полетели! А, фу, слава богу, она улетела. А теперь можно зайти в эту... маленькую библиотеку. Да почему ты не засовываешься? Зашла. Да, она довольно-таки маленькая, ну ладно. Так, так, мне нужна определенная книга, с которой хочу кое-что интересное сделать. Что? Она хочет воспользоваться каким-то заклинание и изменить все полностью в лучшую сторону? О, нет. Помню, как она в последний раз пользовалась каким-то заклинанием. Так, нужно ее остановить. Ну как, Ваше Величество? Собирай вещи, мы с тобой идем. Бал отменяем. Ну, тогда сразу все заподозрят что-то не то. Ты права. Лучше нам не надо никакой паники создавать. О, как все сложно. Давайте я тогда отправлюсь, я все смогу. О, нет, я никого не хочу втягивать в эту историю. Я эту кашу заварила, мне ее и расхлебывать. Но мне нужен тот, кто будет присматривать за всем и устроить бал.
как я тебя рада видеть, как никогда. Я вас тоже очень сильно рада видеть. Я тоже. И тебя, Спайк, прости, тебя не замечаю. Вы не представляете, как вы мне сейчас оба просто нужны. А, да, мы, кстати, встретили Луну, которая сказала, что мы вам очень нужны. О, Луна, где вы ее встретили? О, она была возле моей библиотеки, вообще-то, вы же ее сами послали туда. А, ну да, конечно. У меня для тебя очень важная миссия. Ты должна сама все организовать и начать бал. Я потом уже к нему прилечу завтра вечером. Но не волнуйся, у тебя все получится. Я тебе написала список. У меня всегда есть запасной список. Он лежит в комнате Луны. Можешь его взять и все делать по плану. Только не списки. Спайк, ну, извини, но я тоже люблю списки. Поэтому все сделаю точно по списку. Уберись, приберись, встреть гостей. Скажи, что я скоро прилечу. Поэтому все будет хорошо, не волнуйся. И позови своих друзей, они тоже приглашены. И желательно сейчас, пораньше. Ваше Величество, я вас не подведу. Я сама принцесса, поэтому я знаю, что делать. Все будет хорошо. О, вот и правильно. А мне надо кое-куда слетать. Хорошо, но куда? Очень по важным делам, поэтому мне надо далеко-далеко отсюда. Далеко. Ваше Величество, я все собрала. Мы полетели. Хорошо, Селестия, пока. Все, пока. Идем быстрее. Да где же эта дурацкая книжка? Уже целый час не могу ее найти. Ладно, успокойся, Луна, все хорошо. Просто это где-то книжка завалялась в этой старой библиотеке. Ладно, здесь я была. Там я была. А что вот тут? Что это за непонятная книжка? Я не могу понять. Ну, какая-то слишком старая. Подождите-ка. Тут даже уже нету названия. Да точно, это она. Моя книжка. Ну, не моя, но книга, с помощью которой я становлюсь собой. Так. Так, какая страница? Луна. Вот. Что ж, начнем. Хотя, может, мне лучше этого не делать? Так, сейчас поставлю себе свет, чтобы все видеть. Может, мне правда этого не делать. Все же Селестия просто хочет обо мне позаботиться. Но я это все равно сделаю. Да, все, я уверена. Просто чуть-чуть поголдую, она чуть-чуть утихомирится, и ничего такого не будет. Так, заклинание примись, мою судьбу навек измени, что со мной происходит? Куда нам идти? В ту сторону, Ваше Величество, но я уже устала. Давайте чуть-чуть отдохнем. Какой отдохнем? Сейчас, может, опять пол Эквестри разнесет Луна, и мы уже, может, ей не сможем помочь. Какой отдых? Ну я правда очень устала. Нам еще чуть-чуть дойти, да потерпи же ты. Она моя сестра, и я должна ее спасти от самой себя, получается. Поэтому никаких отдыхов, ясно? Ну, Ваше Величество. Нет, пока мы не найдем никаких отдыхов. Ой,
Прости, пожалуйста. Я не хотела. Я не знаю, что со мной происходит. Наверное, такой же меня и Луна видит. Злой, вредный, старшей сестрой. Но я должна показать свою другую сторону, что я хорошая. Мы же все же с ней сестры. Может, мы чуть-чуть отдохнем? Да нет же! Все, я полетела, а ты отдыхай. Ваше Величество, стойте с вами! Если вам понравилась эта серия, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забудьте поставить колокольчик, чтобы знать, когда будет следующая серия моего мега прекраснейшего сериала. И обязательно не забудьте подписаться на мой второй канал, там очень интересно. И тоже ставьте лайки, подписывайтесь на мой второй канал. И, ребяточки, всем пока! Всем пока! Пока! Пшу!